Этим водоплавающим чуть больше года, только недавно они сменили оперение. К новому месту обитания лебеди-шипуны приспособились быстро, так как условия для проживания этих птиц в орнитологическом парке достаточно благоприятные. Главное, отмечают орнитологи, что птицы чувствуют свободу. Они не заперты в вольерах и свободно могут передвигаться по довольно большой территории парка и самостоятельно добывать пищу, которой в водоеме тоже достаточно. В то же время лебеди находятся под присмотром специалистов. Достаточно водно-болотной растительности, где они могут иметь свой кров и могут прятаться от хищников, от жары. Они не ручные, они дикие птицы, и мы планируем еще заселить наши водоемы водоплавающими птицами для того, чтобы привлекать мигрирующих птиц. Помимо водоплавающих птиц, пристанище во время миграции здесь находят и краснокнижные представители фауны – каравайка, ходулочник и многие другие виды. Насладиться красотой орнитологического парка можно ежедневно с 9 часов до 8 вечера. Вход свободный.